Приветствую вас, подписчики и зрители канала, меня зовут Висконти. Сегодня у нас в обзоре отечественная игровая новинка под названием «Побег из Таркова» от питерской студии Battle State Games. Ну а после просмотра данного ролика не забудьте посетить и подписаться на канал XL. На канале вас ждут интересные новости, связанные с игровой индустрией, а также частые стримы. А в их одноименной группе ВКонтакте проходит конкурс на игру Star Wars Battlefront. Заходите, смотрите, подписывайтесь, участвуйте. Все ссылки в описании. Побег из Таркова – хардкорная сюжетная многопользовательская игра в жанре шутер от первого лица с элементами RPG. Герой игры, то есть вы, оказываетесь в Таркове, в альтернативной реальности текущего времени. Тарков – это вымышленный российский город, северный индустриально-финансовый центр страны. Из-за событий, связанных с нелегальной деятельностью транснациональной корпорации Террогрупп, в конфликт были втянуты две частные военные компании. Впоследствии в регионе начинает происходить дестабилизация по совершенно непонятным причинам. Наш герой оказывается втянут в запутанные события в центре города перед лицом неминуемого коллапса. В Таркове действуют банды местных мародеров, вражеские наемники, подразделения миротворцев и прочие непонятные темные личности, воюющие в чьих-то интересах. Никаких аномальных катаклизмов и заполонивших последнее время все игры зомби в игре мы не встретим. Как сказали создатели игры, мы старались создать симулятор мира перед настоящим крахом цивилизации. Основным и первым режимом игры будет прохождение сценариев крупных открытых локаций центра города, а также его пригорода, постепенно ведущих игрока по бегу из Таркова. Эти игровые сессии называются рейды, в которых игрок сможет добывать лут, получать различный опыт за различные действия и расследовать происходящее. Игрок, зашедший на рейд 1, не будет знать, кто с ним находится на локации. На одной локации может находиться до 6-4 реальных игроков. Для того, чтобы успешно пройти локацию и открыть следующую, игрок должен найти выход из этой локации, которых может быть и несколько. Сами рейдовые локации достаточно большого размера, до 8 квадратных километров, и по ощущениям напоминают локации из Сталкера. На локациях предусмотрена смена времени суток и погодных условий, а также различные ивенты типа спонтанных минометных ударов и нашествия местных мародеров. Ходить в ранее открытые локации для рейдов можно сколько угодно раз. Отдельным режимом игры будет режим Free Room, когда мы сможем не привязываться к отдельной сессии и свободно перемещаться по большой локации площадью 16 квадратных километров. Важную роль в игре будет занимать система прокачки персонажа. Предусмотрено более 150 навыков. Долго не прокачивать те или иные навыки, персонаж начинает их забывать. Также в игру будет внедрена экономика с ее рынком, обменом лута и аукционом. На данный момент игра готова на 70%, а первое закрытое бета-тестирование запланировано на первый квартал следующего года. Принять участие в бета-тесте можно, подав заявку на официальном сайте игры, ссылка будет в описании. Что ж, если разработчики воплотят в жизнь все, что задумали, и игру хорошо оптимизируют, я думаю, что игра будет супер. Ну а с вами был Висконти, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока.